Всем привет, друзья. Пришла посылка. Сейчас видно, не видно. Вот Владимира Кучерука, да? Помните, он проект в декабре, в начале декабря или середине декабря запускал какой-то проект. И стали Elmex, нож типа Розелли. Да я там делать ничего было, сидел. В общем, Будайка позвоню, набрал. Да без проблем. А, не помню. То ли 6000 рублей был этот ножик стоил уже. Надо посмотреть в переводах своих банковских. Много чего покупаем, много чего переводим. Не сдержался, посылку, короче, раскрыл там на почте прям. Ну как, когда вышел с почты. В ножнах сидит довольно-таки ничего. Ножны приличные. Хотя обещались, что будет просто какой-то чехольчик, ну, можно на свободном подвесе. Ну так. А вот насчет, что касается ножа, ребят, я думал, вообще будет кое-что другое. Рукоять береза карельская, по-моему, какая-то, я не знаю, честно, я уже забыл давно уже, пятый месяц у меня. Придет, не придет. Вот уже полопалось. Зазоры здесь. Давайте, наверное, так. Зазоры видно, да? Какие. Здесь криво, косо. Вот здесь. Больстер, зазоры. Рукоятка, по мне кажется, обычно простая, деревяха. Не знаю, чем он пропитан, даже обработан, не обработан или просто. Их 7 ножей было в проекте, видите, 7 номер, это мои инициалы, Насыр Евтиебжан Завиджанович. Здесь клеймо, то ли мастера, то ли термиста, если мне память не изменяет, это Дениса Фролова, сталь Elmex. Это 63 единицы, я не знаю, 63 единицы Elmex еще не встречал. Может, кто-то так термичит. Обычно Elmex 60-61. Это даже нормально. Ну, измерить-то, замерить-то нечем. И возможностей нету. Давайте штанги циркуля. Я-то длину-то померил. На улице линеечка у меня была. Я длину померил. 10 сантиметров. Это шкурник. Вы знаете, что я скотину режу. Частенько. Так. Видно, наверное, да? 2,5. 2,5. Вот здесь ширина 2,85. Так, сведение. Сведение 0,4. Здесь идет утолщение 0,5. Не в кадре, как 0,5. Так, сейчас самый кончик. Здесь 0,6. То есть здесь 0,4. Так, сейчас покажу. Сейчас здесь 0,4. Здесь, да, 0,6. Вот такой ножичек. Так, клин ровненький. Клин так-то ровненький. Не знаю, ребята. Мне кажется, он не стоит столько денег. Сколько он, ну, понимаю, там пересыл он мне бесплатно сделал. Там, ну, такой ножичек, честно. Слесарка. Сатин поперечный, да, очень грубый, наверное, без этого даже видно. Работа на троечку, честно. Я врать не могу, это и не реклама, не антиреклама. Надо вещи называть своими именами. Если оно так, оно так. На троечку. Буду там
на рыбалочку, на охоту, наверное, с собой возить. Не знаю. Единственное, что здесь красивое, это гравировка. Ну, как себя термичка покажет, сталь. Может быть, он же будет шкурником. Может быть, термичка действительно достойная. Не знаю. Элмекс один из моих любимых стали, он работящий такой, ну, работяга сталь, правится, точится нормально и держит остроту более-менее хорошо. Вот такие дела. Ну, видите, он полопало здесь. Ну, не знаю, ну, просто деревяшка дели, обшлифовали, больстер такой здесь тоже. Да, работяга ножик. Если вы, допустим, здесь, если вы хотите мое мнение, допустим, услышать, здесь, если бы я видел бы на его вот так, ну, дороже 3000 рублей я не дал. Вот, честно, как бы, без обмана, 3000, как бы, да, мог бы взять как рабочий ножичек. И да, и то. Разочарован ли я, да, ну, после драки кулаками не машут. Вроде так удобно, хватки такой, да, а вот качество. А вдруг он приживется и будет моим одним из рабочих ножей. Время покажет. Вот. И от Володи что-то пришло на память. Пусть будет. Ну ладно, не буду видео затягивать. Всем спасибо за внимание. Не болейте, берегите себя, близких своих. И всем удачи.